Нари и Санджар, Нари и Санджар расходят. расходятся, но оба намереваются защищать друг друга, а не залечивать собственные раны. Нари сотрудничает с Гидизом, чтобы защитить Санджара от Кахрамана, который постепенно сужает круг. Он даже соглашается выпросить у отца Санкара. Санджар, с другой стороны, пытается защитить наряд неприятностей, а также пытается помешать своей семье и Мелик обвинять ее. Следуя за Нари на расстоянии, Гедиз застревает и достигает Сахры, преследуя Гедиза. Он подозревает Сахру и таким образом достигает уловки Минекши. Санджар смотрит правде в глаза, у него не будет сына. Поскольку все падает, как домино, и все игры раскрываются, кажется, что победит только один человек – Кахрамана. Гидис, который несколько месяцев пытался найти тело Акына и посадить Санджара в тюрьму, должен предотвратить обнаружение этого тела из-за игры, которую устроил Санджар. Но есть два препятствия, которые необходимо преодолеть – Сахара и Герой. Видя, что пропасть между ним и Нари увеличивается, Санджар готовит Нари сюрприз. Они впервые в жизни идут вместе ужинать и пытаются поладить. Оставят ли Санджар и Нари счастливую трапезу? За день до свадьбы Нара действительно счастлива или она играет в игру счастья, как всегда. Герой берет на себя ответственность за убийство Локи, совершенное Сахрой. Чтобы Наре не позвонила в полицию, она объясняет отношениями Некши и Локи. Санджар скрывает убийство, чтобы не допросить отца и ее ребенка. Вдобавок ко всему, Наре злится, когда платит деньги за кровь отцу Локи. Санджар и Нари, которые всю свою жизнь ждали воссоединения, столкнулись со своими культурными различиями в тот момент, когда думали, что воссоединились. Бесчестие, гибель людей, кровавые деньги, помолвочный узел, свадебное купание. Реальность отдельных миров, разделяющая многих влюбленных, обрушилась на Нари кошмарным сном. Смогут ли двое влюбленных превратить этот кошмар в сон, Халиси решает пойти всей семьей и как следует попросить Нары, чтобы исполнить традиции и гарантировать, что Эльван и Яхе соберутся вместе. Но кого они спросят о Наре? Чтобы не допустить свадьбы Санджара и Нари, Минекша консультируется с целительницей и идет в особняк, чтобы наложить заклинание, которое она наложила. Но это действие, которое он совершает при всем своем невежестве, становится причиной его катастрофы. Что будет с Минекше, зная, что сын Ерыджи не сможет жениться, потому что нет особняка, где можно было бы взять Нари в качестве невесты, Гедис начинает свои планы по разрушению семьи Феоглу. Он полон решимости защитить Нари как от Санкара, так и от Сахры. Но будет ли оно успешным? В то время как все пытаются помешать им пожениться, Санджар подозревает, что Нари сдерживает ситуацию и что она не простила его по-настоящему. Простила ли Нари Санкара или то, что он вложил в нее, приведет к увеличению дистанции между ними. Оставив позади многие трудности, Санджар и Нари смотрели с дочками мультики, ходили на рынок, ужинали дома. Они мечтают о жизни, которую они делают. Это уже не эпично, это нормально, им нужна жизнь. Но труп Акына не позволяет этого сделать. И Гидис, и Сахра, и Гювин, и Кахраман ищут это тело. Прошлое умерший человек из их жизни приводит Санджара и Нари к новой счастливой жизни. Позволит ли он ей жить дальше? Эльван покидает особняк Яхью и начинает сталкиваться со своим одиночеством. Решает, Нари не оставляет его одного ни на мгновение в этом противостоянии. Но Сахра, еще одна девочка-сирота, также помогла им почувствовать себя комфортно. Он не собирается уходить. Нари и Санджар, прошедшие испытания сначала смертью, а затем пленом, потрясены предательством Гидиза, но прежде чем они смогут испытать боль этого предательства, им предстоит новое испытание. Перелом позвоночника Санджара ставит его лицом к лицу с вероятностью, что он никогда больше не сможет ходить. Влюбленных ждет новая война, требующая от них очень крепко держаться друг за друга. Смогут ли двое влюбленных пройти этот путь рука об руку? Гедис движется вперед по пути, в который верит, сокрушая всех. Он ждет у дверей операционной своего бывшего шафера, которого пытается уничтожить. Сестра Акина, Сахра, приезжает в этот город совсем по другой причине и сталкивается с тем фактом, что ее брат может быть мертв и очень потрясена. Но только что его брат поставил его на место. Если его брат действительно мертв, кто отправил ему эти сообщения? Ангел в радости бежит в особняк они вернулись к отцу вместе с матерью. Для них больше нет препятствий стать семьей, но он нигде не может найти своего отца, потому что его отец, похожий на гору, лежит у подножия горы. Неужели и Мелик, и Эпос остались сиротами? Неужели Нари теперь безроден? Что Нары скажет дочери и матери своего мужа? Умрет ли Санджар, который застрелил Кахрамана и сбросил Акина со скалы, или он выживет и станет убийцей? Санджар освободила Нари, и Нари заберет ребенка и улетит, но как они объяснят это птенцу? Нари и Санджар отложили свою боль и они пытаются найти способ объяснить дочерям эту разлуку, но Нари расходится по мере приближения времени прощания. С одной стороны, отделив дочь от отца, а с другой, вновь оставшись безродной, с другой стороны, неумение прощать. Они не могут не отделиться, не соединиться, он истекает кровью в подвешенном состоянии. Санджар прощается со своей любовью и дочерью, закрывает все свои счета и отправляется в пропасть. Но судьба переписывает для них эпопею. Из-за снотворного, которое Минекши подсыпала в лимонад, Мелик его сердце останавливается. Нари и Санджар связаны болью дочери. Нари крепко держал руки в ее кровати, чтобы она не улетела. Держа его, Санджар идет в мечеть, умоляет Бога и дает обед. Если его дочь жива, она отправляет Алакакуша и ее ребенка улетать. Выпустит его. Минекши пытается вытащить Акына, запертого внутри особняка. Во время работы его ловит Гюльси. Герой пытается похитить ребенка, он очень злится на них за попытку, но все равно убивает их. Он составляет план, как спасти его. Однако на этот раз Кахраман работает в очень большой компании, основанной Санкаром. Его затянуло в ловушку. Проверено жизнью Мелик, Санджар и Гидис, они приостанавливают свои боевые действия на день и они возвращаются в беззаконные дни своих ранних лет в качестве лоялистов. Боль свела бывших бойфрендов вместе, пусть даже на один день, а Мелик не вырывая сердца тех, кто остановил свои сердца, они не остановятся. Из-за снотворного, которое Минекши подсыпала в лимонад, Мелик его сердце останавливается. Нари и Санджар связаны болью дочери, Нари крепко держал руки в ее кровати, чтобы она не улетела. Держа его, Санджар идет в мечеть, умоляет Бога и дает обед. Если его дочь жива, она отправляет Алакакуша и ее ребенка улетать. Выпустит его. Минекши пытается вытащить Акина, запертого внутри особняка. Во время работы его ловит Гюльси. Герой пытается похитить ребенка, он очень злится на них за попытку, но все равно убивает их. Он составляет план, как спасти его. Однако на этот раз Кахраман работает в очень большой компании, основанной Санкаром. Его затянуло в ловушку. Проверено жизнью Мелик, Санджар и Гидис. Они делают перерыв в боевых действиях на день, и они возвращаются в беззаконные дни своих ранних лет в качестве лоялистов. Боль свела бывших бойфрендов вместе. вместе, пусть даже на один день, а, мелик, а мелик, не вырывает сердца тех, кто, тех кто, остановил кто остановил свои сердца, сердца не они не остановятся. Несмотря не на, то, то, на то, что, что Нарина в мгновение забывает оба всем, оба всем и погружается, и погружается в, свои в свои эмоции, она не может она не простить Санкара. В санкара. Вдобавок, Вдобавок ко всему, ко всему он, сходит в он сходит с ума, когда узнает, когда узнает что Минекши сделал смелик.